На полный Виталий Ком. Да, идем мы. Дайте на полный протокол. Мы говорили, это хорошо. Серьезно. Смотрим, сейчас вихрь будет от Ортис отбегать. Агро. Паладинчик, агро. Таунт. Все, бежим все. Бежим, бежим. Пойдемся. Кинетика в центр. Если мало хп, ждите, пока вас захилят. Смотрим, надо будет еще один раз, наверное, бежать. Танки, что вам говорил? Вы друг от друга далеко стоите. Так, кто там? Толдоран, давайте, рост. Да все, постой, пусть так и скинут мелики Роден Рэнджо. Смотрим, кастует. Альтея, беги. Кирис, это бейте, точно. Вихрь в центре, аккуратно, мелики. Мак, улетишь, мак, улетишь. Он Гагарин. Нет, он успел. Ладно, рабьем там рыжу. Ух ты. Рыжу там набирайте. Вихрь, вихрь, бежим, бежим, бежим. Мелики, бежим. На тебя. Давайте, ждите, пока вас захилят. Комната. Я все это время по телефону разговаривала. Нет, ты куда отходил? Надо было там отойти. Ну давайте я левого законтролю, а вы там правого законтрольте, кто там, сейчас я подойду. Давайте контролим. Ну давайте трусы играйте. Давайте советника играйте, он большой, его сразу видно. А там агро набьют. Просто, там безнадега, точка рук какая-то у нас. Дальнему тактику контроля. Играйте потом сам потом. Потом бейте, у кого меньше хп, того и бейте. Квадрат можете слить.
Ну, не фит его. Бля. Сейчас подождите, хилы подойдут. Играть через печеньку. Там хилы РТ можете на люстру ставь. Дайте массе спал. По мне. Так, давайте, все тут хейте, вроде никто не падал. На ману, ставьте тотем. Либо дайте, если есть. Дайте там каску Лока, блоков, дайте бафы. Интеллект дайте. А тут планы сильно бьют? Больно? Ну, печать хиловскую включи, там, щиток на себя и нормально. Давайте чек на пол. Давайте танки на позиции. Скажешь, когда будешь готов, подождите, не пуляйте пока. А, спулили, давайте, танки, идите вперед, танки. Набирайте, лежу между собой в центре хилы, РД по краю. Избирайтесь. Сагран, беги. Кирилл, беги. Войд, беги. Слишком встан, чтобы убежать. Ты бегай по утрам. Стрики бегают ночью. Даже ветераны. Давайте отходим от лож. Сейчас будет фир. Нормально. Давайте, милики, в центр не бежать, в центре хилы только стоят. Набирайте рейджу между собой, а центра тоже отойдите, чтобы хилов не поубивать. У тебя не получилось. Так, вот, дай. Да, давай.
Наберите же с собой, а то вас поубивать может. В центре лужи аккуратно там. Вейдер Би. Давайте рост. Элвин, бери, там антифир прожмешь. Да, наберите ренджу в центре хилы, только Америки отойдите, РД добиваем. Начинаем представление. Эти глазки. Щит, надо кому-то на мейн спек. На транс давай. Ну, в ролике, на успех, на транс там. У меня вроде собычки, давай-ка я порою на мейн. Тишу надо? Ну да, у меня собычки, щит на протопаде. И молча на мейн. На мейн написал рука. А, ну так иди роль, слышишь, у тебя что стоит. Че я пришел? Ты же убежал, ну дай мне этого распределяющего. Ну сейчас я уже раскидаю. ДС такой. Ну, можете там трэш чистить. Сейчас я морально подготовлюсь. Выманите их сюда, и мы вам поможем. Норк, это же ВРК? Кинь три раза смерч по черепу, когда скажу. Подойди поближе. Чё там, замен нужно? То, что Боб любит троицу. Давай. Ну, не знаю, там меломан лопнулся, пока не выкинул. Чё я жду, если вы Синдру не убили? Да не, у нас сейчас Валька только подходим. Все играйте в кружок, давай. Давай. И по откату потом ещё два раза. РД, бейте звёздочку. А все, не надо, замена уже пришел. Да типа, чтоб трэш не вызывала? Да. Под черепу, потом точно так же. А нафига вообще это делать? Трэш не выходит. Вдруг кому-то... Давайте сюда бейте. Бейте. Квадратик себе бейте. Дотянуться до верхней полки. Не дайте черепок точно. Ну или через черепок.
Давай, паладин, врывайся, ДК там кого-нибудь из тех троих с метками тащи, одного, медики, в одного играйте, РТД, массами всех сливайте. Сожгите мои останки, хочу согреться хоть после смерти. Так, РТД, аккуратно, сейчас будут вихри, походу, в центре. Милик, играйте по ромбику, точно. Все играйте-ка по ромбику. Может, там ни хрена не напулили, его жировят. Все, там сливайте уже, так ничего не дергайте. Печеньку просто бейте сразу. Там не зашел, то должен зайти, или зашел? Не зашел уже. Козел. Ну там надо, чтобы там наручи хапаловские были, запы с духом, еще какая-то фигня была. Кисти. Кисти, лаки. Да, кисти. Я не ролил ничего. Надо ли там? Ну, кисти, бис на ДЦ, остальное так. А давайте просто и вальку. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться. Ну, кинь там, не дай ты на успех. Сливайте нас. Так, что там, у кого есть? Эрдру, ДЦ, Холи Прист, Хапал. Ну давай, ты там спекайся. Эх, что там, Присты? Давайте, короче, все летайте. Тебя печеньки. Ваня Холик? Да, я Холиком побуду, один на рейде, в этом селе. Джулиан ДЦ, Ваня Холик, все друиды в полено. ДЦ и полено выбирай какое. Кралик, допустим, да? На трэше? Все остальные летают. Я похилил уже с ДЦ, Алька там больше меня нахилит. Кстати, я с ДЦ на рейде, остальные все там в порталах. Давайте бафы, что там не хватает, смотрите, чек на пул. Каску по локам. Кстати, каску локам. В магазине купи каску. Сейчас. Давайте, все готовы. Пулим. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. В порталах там стаки не воруйте, летайте вместе. Вы должны мне помочь. Играйте в подавители. Давайте, я уеб толстого. Что там от Тея умирает? Зомбарь ходит по рейду почему-то. Так что там, кто танчит? О, морда, морда.
С правой стороны танк где-то там. Танки с одной стороны, наверное, бегают. Не-не-не, нормально все. Только свали. Спасибо. У хвоста. Давайте АОЕ по толстому. Спаси червь по 10 как тут. Блин, может кто-то позаходить в половину портала русская, это вообще капец, медленно. Ну, Войт может там побегать с ними похилить. Мауру коня поставь. Это, наверное, последний портал, мол? Да, после этих, дрите роз захилиться. Мистерия, мистерия там. У морды давайте. С правой стороны огненного слетит далеко. Давайте рост. Давайте поедим. Играйте все в подавление, Альдея, давай гимн на хп тоже. А, все можно давать уже. Все, молодцы, там спекайтесь обратно, дачник эфир. Пятым хилом побуду. Да, берите квест сразу. Шею рольте. Тебе на мейн или на ухо? Мейн? Типа не на трэш, а от этого. Может, бегнуть с хилом. Только вниз спустись. Ваня. Что? Ваня, уйти надо, микролаби говорит срочно. А вот и подъехали. Давай, сейчас тебе понакину, тебе сюда. Наручи дай? Ой. Да, да. Так, Джулион, вот же. Что там, кто там заходил, ШП или кто там хотел? Я хотел. Давай. ХП. Надо, да? Синдро не убили? Не, еще. Нет. Все, сейчас зайду. Ты на далек не врываешься. Почему? У меня 50 пиар. Нормально. Квест не забудь взять только на синдро. Да, я пошла. Так, сзади трэш с пули или там на пульте его хорошо там. Тогда мне поставьте катки. Эту часть за нас. Шаман там отойди. Такое чувство, что
ДПС умерится. Сейчас мы драконов убиваем. Давайте поднимаемся наверх, убираем тотем, сейчас будем хилиться. Присмотрите, пожалуйста. Дайте шкаф там, выходите с АФК. Саша, дай шкаф.
Тыкните на стол. Так, ну давайте тут фулбаф даем, танки одевайте в шмот, все глыбы под посох будем носить. Кто умирает там по глупости, это ГП сразу будет, если мы падаем, как обычно. Так, 100 грамм, Джулиан, подходите. Мы на ком падали, напомните, пожалуйста. Ты не на ком вроде. 49 попыток пишет. Это из-за кораблей. Так всегда. Обычно у Сингри 48. 49, а тут сейчас 48. Так хрен знает, вроде нигде не падали. На старом тут подходи, Вар. Давайте на АФК на пул. Так, Хризи. Хризи, подходи, тебя ждем. Так, давайте, ситуация готова. Спускаемся на БДК на пол, дайте там фрешмот тонкий оденьте, не забудьте. Блин, уже спулили. Я вижу, у меня 7 секунд вот. Прилогость там, чё страшного. Хризи, фрешмот одень. А ты одел. Так, милики, 2 стака максимум, там у ахиллов под освобожденкой. Готовьте, сейчас притяжка будет. Бежим. Ну, Джулиан, тут Джулиан. На ФК стоял. Не, я же пришел уже и выкинул. Так, давайте идем наверх, смотрим метки вниз. Джулиан, ты тут? Захожу. Заходи. Бьем точечно без дот. По центру падает. Не выкинул. Сзади падает, возле лестницы с правой стороны. Стоп по левым, левые не бейте. С левой стороны падает. Full DD в правые склепы. Только правые бейте. По центру падает между склепами. Аккуратно. Все, разбивайте. Не ставьте глыбы так далеко друг от друга. Сильно прям разбежались. Меня уже достал. Это Синдрала же. А кто был убийца, да? Я. Вот сейчас притяжка будет, готовьтесь. Беги, малышка, бежим. Беги. Варис, так эти раскол. Вот эти сигнал, сейчас звездка будет. Трепещите, смертные!
давай, тереть наверх, метки вниз. Так, я в метке, там сами смотрите, где будет падать. Метка по центру стоит на ступеньке. На рейде, меломан. Метка, отойдите от меломана. Смотрите, сами где падает. Там Альтея, даже гин на хп по ситуации. Сама смотришь там, если будет. Надо туда же. Проводится команда. А, не надо. Добейте до скрепа. Можно Геру? Да лучше на второй фазе дать. Мирики могут бить, когда выносит в сторону этот первый склеп. Ой, второй, третий. Сейчас притяжка будет, наверное. Да, бежим, сейчас фаза сразу. Ого, мирики, чё вы так? Кто-то хлопнул, хер его знает. Давайте все под босса будем нести. Наверное, под босса ушли мирики. Сразу разбивайте. Давайте ничего не копим, ничего не стакаем. Сразу бейте. Следующий под босса будет притяжка. Артвейдер под босса, притяжка, ушли мирики. Склеп подбивайте, но не разбивайте. Протопал там, меняем. Беги, малышка, беги! Следующий под босса. Мирики стоят, курят. Разбивайте склеп под босса, следующий. На ком там не вижу. Мирики ушли. Давайте росты разбивайте сразу. Под босса Ромка. Аркон. Хильте протопало. Разбивайте сразу. Дигл под босса, ушли мирики. Дигл. Так дигл же. Да блять, не хлопайте, сука. Вы шо ебанутые? Под босса следующий. Ушли. Сразу. А, не бейте, будет притяжка. Склеп не бейте. Там смотрю. Мирики там отошли. Не подходите, следующий под босса. Там если падаем, я смотрю, на второй фазе кто-то хера накопал, хп дам. Блять. Нарезайте Виталику на кто-то быстрее. Ну представь, 560к. У Лифина. Виталик, он вставай быстрее. Лифин, ты охуел? Че я тебя в рейд взял? Не, я там на перезлеткой, короче. Да мне насрать на перезлетке или на шо, блять. Под босса следующую. Даю, разбивайте следующую сторону. Альтея на хп. Ладно, пока не надо. Следующую сторону, меломан в сторону. Меломан в сторону ушел. Следующий под босса. Альтея, давай гимн на хп. Уже отдала. Дайте гимн на хп, если это темп под босса. Там лям, ну ладно. Вот давай, сейчас притяжка будет. Блять, не хлопай, чё вы, блять, так просаживаетесь? Беги, малышка, беги! В сторону, глазки добивайте. Хризи, отверни, Хризи. Добивайте. Лифин, у тебя проблемы какие-то с тактикой? Свободно! Блять, чё вы так хлопаете сильно? Я просто там прочитался, что-то не по таймеру ДБМ был. Кость, берите. Это все хуйня, стопаешь дамаг, когда кидается дождёнка на будущее. Я выходил же, я справа дубл точку прожму, и в итоге, короче, что-то... Притяжка раньше была, чем должна была быть. Не на которое надо, и говорите, я выходил. Надо прям к стенке добегать. Я выходил, алло.
угодно, Лёка. Такая ощущение не было. С притяжкой была не по таймеру, и, короче, я хлопнул там нормально так. Не надо хлопать, не надо ничего копить. Босс убивается этот не зергом, а по тактике. Я видел, когда в наших рейдах, в адептах еще, у босса было 2 ляма, или 3 там ляма, ну вот как сейчас, 5%. Люди хлопали и вайпали рейд за 3 секунды просто хлопками. Как ты их сейчас хлопаешь? Только ну так я не хлопал-то на второй фазе. Только таких. Давай, давай, сейчас понаезжаем, я послушаю. Которые по ДБМ не посмотрели, там что-то, таких было 3-4 человека, и все одновременно хлопали. Я не наезжаю, ты делай так, как надо по тактике. Если ты не знаешь. Я же тебе говорю, откуда этот дамаг. Посмотри, он в основном весь по миликам, который весь прошел. Какая разница, зачем тебе надо было вообще на второй стак, на второй фазе стакать? Короче, 200 гп ты получил. Получил, но хуже все. Что таймер был сбит. Это твоя проблема, что ты хлопнул. Твоя проблема, что таймер был сбитый. На второй фазе вообще надо ничего стакать. Если ты РД, ты под освобожденкой. Вой, ты опять лут не раздал. Да? Вот и вайт. Так, ладно, давайте подходите сюда, пока по тактике... Ты... Ладно. Ну ты войд. Бестмод, все печеньки станешь. Протопал, все трусы. Паладины, будете сами ромбики станете. Смотрим, кто улетает, сами паладины даете стан. Войд, будешь ромбики станете. Так, Фьера, кто будет улетать, того и стан станет. Там точечно, а потом массами, если шо. Дайте шкаф заодно по инерам. Аронка заливаешь Роджеру, глазки заливаешь Хаби. Бешмот, Фома. Саша, дай шкаф. Тут шаркарей сильно бьют. Бешмот кому заливает? Ну, хрен узнает. Давай Роджеру, наверное, заливать тоже больше. Смотри сам, кто будет, у кого будет меньше маны, тому заливай. Кушайте рыбу, пока поставили. Еще покоритель ролить. Войт, а ты с печати света танчил шаркари? Нет. Бесмонт, по-моему, забирал. Я знаю. Так, с Фукс и Бесмонт забирали. Так, дальше получается кто? Кризи? Кризи, ладно. Часы. Это на мейн? Ну. На успех. Тут шаманы диспелить не умеют. Ну ладно, я подиспелю. Так, дайте интеллект. Лапку дайте. Чек на пул, я пока лича запущу. У вас там добавлю, если шо. Тотем, Виталий, Кун. Давайте, все готовы, Лича запустил. Так, охотники по шаркающим там разобрались, то что диспелит. Хорошо, давай, Лавруа первого там поставлю, ромбик или шо. Артвейдер второго тогда будешь диспелить, там вторую метку поставлю. Вай, нафиг это делается, это один хан все снимает. Ну, пусть диспелят оба. Короче, оба будете диспелить хантов, четих, шаркающих. Я трусы ставлю, это ставим, да? Да, протопал трусы, ага. Слава, ты ромбик, а кот все печеньки. Ты только это, говори там, нормальное расстояние, нет, дальше, ближе там. Во-первых, ты начинаешь, где стоят мирюки, чтобы тебе это, не кинул лужу сразу в РНД. Да, смотри, где мирюки. А, потом уже на центр. Да, потом. После первой лужи шаркарем сразу мигаешь на нужное место. Понятно.
Блин, чуть Геронида. Первый раз. Так, смотрим, ловушка сейчас будет. Милики. Все, шаркаря лови. Лови шаркающего и уходи на центр. Шаркающий, забери протокол, блядь. Подожди, не вставай, Роджер. Чума, смотрим, выносим. Дигл, выноси. Блять, бежим, РДД. Глазки резай, Роджера, быстрее, вставай сразу. Охотники там диспельте его. Шаркающего, в смысле. Дайте ему иннеры, дайте ему бафы. Хильте Хризи, смотрим, сейчас ловушка будет милики. БДК ловушка, милики, аккуратно, там не улетите. Чума, 2 секунды, смотрим, чуму выносим. Чума на... Так, на мне. Так, РДД. Диспельте, мелки, тэш забирай по возможности, которые можешь. Конечно. Смотрим, сейчас будет шаркающий вылазить. Виталик, он сам себя диспел. Шаркающего забирай. Милики. Ну все, два охотника диспельте, кралька выноси. Так, смотрим, сейчас ловушка будет. РДД. Давайте не забываем диспельте шаркающих. Виталик, захильте. Так, БДК, веди в РДД зону. БДК, веди в РДД зону. Мелки тоже больше не забирай. Веди в РДД зону, все, беги, там 2%. Один, милики, ловушка, давай, на край. Игл, выноси. Блядь, сейчас дома. Ну, падаем. Диван. Там, когда два шаркающих, и на них беса, они красные, или там... Давай срезку. Хорошо. И стан, лучше срезку отдавай. Я так-то их тоже станем, блин, этот стан на КД был, мне без и этот, волшебный поток и этот, новый правосудие. Не хватило секунды, или куда. Давай ретрика, наверное. Ну да, кстати, будет потанчит. Или будешь пробовать? Попробовать буду, вот потом набираться, когда же мне еще. Еще следующий раз. Еще. Ну давай разок. Разок, ну. А до пипы сбиваем вообще? Нет. Так, теперь Вольт будет танчить, так что смотрите, там хилы. Хорошо. Бля, я думаю, их 3 штуки, 4 там появляются. Я их всего лишь два. Чё, давай, Виталий, это в другой раз потанчишь, там, ковретики будем. Окей, хорошо. Не, ну так-то чё-то нормально танчил, всё нормально. Не, я просто не учёл, что это прям уж хреначе-то тут. Ну и срезку я рано прожал. Да нет, там срезка дается, когда два шаркающих они подберут красные становятся, либо расставят. Это видно, просто КД вроде, понимаешь, 3 КД. Волшебный поток, мы просто деньги без КД. Ты давай, это краски. А я кулаки дам. Угу. Ну давайте, все тут в лбах даем, там рыбу кушайте. Хотя у меня не вкачанный. Кто стан? Ладно, тогда я каски дам, так кулаки давай. Стан вкачанный. Чё, треугольники постанете? Ну, да, стань ромбики. Какая разница? А, тогда трусы.
Да, будет ромбики, а ты трусы. Давайте чек на пол, там лича запущу вас, добавят. Каску раздайте. Магабаф дайте. Темп, квазар, Роджер, что там, инту. Роджер тут. Что-то скажи там, напиши, да, нет. Квазар, Роджер, что-то не хватает, напишите. Уже все нормально. Роджер тут. Что-то у меня, сука, баф, лаги какие-то вниз. Давайте, все готовы, запустил их чат вам, смотрите. Пишите, если что-то надо. Какую тауру поставьте там, льда, например. Надо пусть. Бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки... Дешево, не такие модные. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить... Вот, ты тоже не тут начинаешь. Но я не буду слушать. Миллизону, иди. Я нуб какой-то. Послужит доказательством. Ну ты Войт. Войт обыкновенный. Да будет... Так, давайте на позицию. Сейчас бой начинается. Пару секунд. Надеюсь, никакие бафы не забыл там бафать. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. РД ловушка, РДД. Так, чума, 5 секунд, смотрим, чему выносим. Чума лысый. Так, смотрим, ловушка там. Протопал. Так, смотрим, сейчас еще одна ловушка будет, и будем все переходить. РДД. Все проходим. Приходите, хандли костер. Так, смотрим, чума 2 секунды. Чума на бестмод. Так, играем дальше. Мирики, ловушка, мирики. Шаркающий вылез, РД ловушка. Чума 2 секунды. Чума на арка выноси. Арка Реса и меломана. Аркон. Милики ловушка. Вставай, сразу захильте его. Блять. Кралька Реса его. Давайте каплю. Дайте каплю на протопала. Захильте его быстрее. Все, Войд, уходи на край, милики, идем на край. Давай, веди на край БДК. РДД милики этот, да, меломан ловушка. Так, смотрим, сейчас еще ловушка, наверное, будет. Милики, аккуратно, под лечом ловушка, отойдите, отойдите, отойдите. Не улетите. Ух ты, никто не улетел, охренеть. Так, духа забирайте, не срывайте агро. Не вижу, где дух. Ваня, стану переназначить какой-то, наверное, что-то не давал. Фера, Ретрик, все печеньки будешь станете. На ману дайте. Ставьте на темп, пою гимн. Играйте в нового духа. Изи, макрос, напиши слэш цель, гимн не будет. Ну чё вы падаете? Только мне атака движется. Друиды, у кого там есть рест? Присоедините.
Снова дух играем. Набираем. Так, БРов нету, давайте. Гневного духа создайте, хорошо. Бежим. Сверка в центре, аккуратно. Давайте, духа гневного создайте, идите под лича. Кстати, все звездочку идем. После того, как дух дыхнет, ведешь его к миликам. РДД играйте по гневному духу. Смотрим, сейчас будет валькира, аккуратно. Давайте, валькира на стан, валькир сливаем. Давайте, сливаем, сливаем, все три сливаем. Ну, где станы? Вышли из-под валькир, осквернение, вышли из-под валькир, осквернение. Смотрим на ком. Меломан. Хильте по декатам. Трусы бейте, дайте стан трусам. Дайте рост, смотрим, стоим звездочки. Встаньте звездочку. Лучший валик бейте. Лифин, не пиши в чат. Встаньте все звездочку, я охотники, катки дайте. После первой валькиры, помолчите, после первой валькиры будет осквернение. Все выбежим на ранжу, скажу, кого сливать. Ой, выбежали. Так, играйте все три валькиры, там нормально все. Трусы застаньте тоже. Давайте, бейте печеньку ромбик с той стороны. Печеньку ромбик, трусы не бейте, не успеете. Успеют. Играйте, печенька, чейте, трусы, ромбик. Успеете, ёбаный бро. У вас ДПС, дохуище, бейте все. Оскорбление, вышли, милики, оскорбление, вышли. Смотрим на ком лужу. Сфикс, идем все на центр. Давайте на эту сторону полетим. На портал. Все в звездочку. Валькирам стан. Давайте, стан, стан и стан. Дайте им останы по трусам. Так, вышли осквернения. Смотрим на ком уже. Вышли, сфикс. Добейте ромбик. Введи на центр. Давайте все звездочку. Охотники, лужу лить не забываем. После третьей валькиры будет почти сразу лужа. Так что после третьей валькиры надо будет разбежаться. Давайте, раз, два, три, вышли. Хильте БДК хорошо, два хила в валькирах. Давайте смотрим лужа, квазар, играем по валькирам. Через печеньку. Тимостаны. Давайте через печеньку играем, там нормально все. Дайте еще мостаны, там топ отдайте. Добивайте, добивайте. Все, играем лича. Одна улетела. Захильте рейд. Давайте, вышли. Сейчас будет валькира или лужа, хер его знает. Давайте, после первой валькиры все разбежимся. Встаньте в лича, после первой все разбежимся. Все, разбежались. Играйте валькир. Дайте там станы, массовые станы. Все, давайте. Печеньку, ромбик, играйте в приоритете. Все, ромбик давайте, потом лича играйте. Ромбик не успеем, трусы не успеем. Успеем. Смотрим, лужа вышли. Смотрим, осквернение. Осквернение. Веди в центр. Давай на эту сторону полетим. Иннер и шмана можно? Дайте им на ману. Становимся все под лича. Давайте. Сливаем, сливаем. Все три сливаем. Две, которые вместе летят. Две, которые вместе летят. Дайте им на хп. Сейчас. Я ромбик. Добивайте ромбик. Вышли осквернения. Уже смотрим. Ламруа. Ну, Ламруа. Блять, ну чё ты стоишь прям в луже? Смотришь, думаешь. Ну, блять, пробуем.
Веди, давайте все в центр. Все в центр становимся, маркируем стан и в лича играем. Все, веди на лича на край. Лича на край веди. Все, на край веди. 1% станы дайте. Осквернение лича не залейте. Разбежались. Все, бежим на край. Дадите на краю гимн на хп. Дайте гимн на хп. И хиру знает, мы до берсы успеем, не играйте все в печаль. Гимн на манду. Дайте на манду. Вот. Все в духа играйте, которые с меткой. Бэры откатились у кого-то? Минус. Давайте все в старого духа играем, протопал забираем нового. Давайте, все в нового духа. Забирайте нового, печеньку играйте. Кризи, ты с меня должен был духа забрать. Еще на маленький. Давайте в нового духа играем. Сейчас дам. Давайте, все в печеньку бейте. Все, стоп по духам, сферу в центре добейте. Давайте, додайте печеньку. Давайте, все за мной ходим, короче. Бежим. Сюда пойдем. Давайте, уважались, и дай сакру, проходим, все нормально, хил тереет. Давайте, хилы там нормально, три хила, захилите, все, проходим с угла, становимся, по на стеночку идем. Давайте, проходим. Проходим. Хорошо, бэры, не офайтесь, кто на платформе, там ждите, пока вас риснут. Сейчас скоро риснем, давайте, выходы все... в духа играть этим с меткой которой. Давайте все в звездочку. Будет, забери звездочку перед мордой, только не стойте, чтобы он на вас Кризи, добери, отойдите от нервного духа, чтобы у нас морда не смотрел на вас. Все нормально, короче, играйте по второму нервному духу, там сзади стоит. Ушли с центра, хлопаем духи присты, ушли от его морды, ушли с центра, все с центра, все уйдите нахер отсюда. Присты, хлопаем в тучки. Танков хильте, осквернение смотрим, 2 секунды. Хлопайте. Духа гневного добивайте. Ой, не достаю. Захильте. Ой, да нормально, давайте, все в гневного духа играйте. Отводи лича, все в гневного духа играйте. Все в трусы играйте, додайте его. В лича задотайте заодно. Пиздец, вы под морду встаете, вахуй с вас. Давайте, все печеньки ходим. Кто на платформе, там плюсики поставьте. Так, Ласки, у тебя Бэр там откатился? Да. Хорошо, Кралька, Ласки... 100 грамм, дроид, Тереса и Ламруа. Они где-то должны быть, бежим, дай сакру. С левой стороны где-то должны быть они, короче, если на трон смотреть. Давайте проходим. После выхода все к порталу идем. Давайте выход, идите ресайте. Раскатнение аккуратно. Сейчас найду. Так, глазки возле портала где-то валяются. Уходим к трону. Сахейте в душу, продайте 35% в 2 минуты до берсы. Не тяните время. Сейчас я подойду, ребенок чай попил мне тут.